В развилке отметили 74 года со дня основания поселка. Праздник прошел на нескольких площадках. Основной упор был сделан на развлекательные программы. На сцене около сквера защитников Отечества прошло представление для самых маленьких. Сказочные персонажи предлагали детям поучаствовать в играх и конкурсах, по итогам которых победители получили призы. На лицах детей и их родителей сияли улыбки, а значит, праздник удался на славу. Для детей приятно, мало что бывает, поэтому здорово, что что-то придумали. Вообще все нравится, мы просто только пришли, еще не успели все посмотреть, но в принципе для детей все прикольно. Ну, день поселка, праздник классный, но вот такие выступления, ну, только для детей. Посетители мероприятия могли проверить себя на меткость в игре «Дартс». Самые меткие уходили домой с подарками. Детям дается 8 попыток кинуть дротики. Если они попадают 8 из 8, то забирают любую игрушку. А если нет, то им дается утешительный приз в виде чупа-чупса. Около библиотеки все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах, которые подготовили сотрудники Центра досуга Дроздова. С помощью цветной бумаги, клея и карандашей можно было сделать декоративное украшение. Ну, а мы здесь делаем браслеты, 3D-браслеты. Вот, там у нас происходит мастер-класс, делают зонтики, а вон там рисуют бабочку. Тоже делают интересную, красивую. На стадионе поселка расположился парк аттракционов. Здесь же, когда стемнело, был дан праздничный фейерверк. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.